Целый метр, а то и полтора. Нынешняя зима щедра на погодные рекорды. С крыш наших домов сейчас свисает не только огромное количество сосулек, поражают и их размеры. На борьбу с этими пусть и красивыми, но опасными килограммами льда ежедневно выходят десятки коммунальщиков. В этом году, конечно, ситуация тяжелая. Ребята у нас, альпинисты, кровельщики, работают в ежедневном режиме. Даже выводим их на выходные. Сбивают наледь и чистят крыши 7 бригад кровельщиков. Они работают как вручную, так и с привлечением различной спецтехники. Когда же к сосулькам не подступиться даже на вышках, на помощь приходят альпинисты. В муниципальной управляющей компании 3 таких команды. Труд альпинистов и опасный, и сложный. Чтобы, например, очистить крышу от сосулек этого небольшого дома, двум работникам нужно потратить не менее 1 часа. Всего УК ЖКХ обслуживает более 500 домов в муниципалитете. И на каждом адресе с ледниковым периодом борются по всем правилам безопасности. Во-первых, мы пишем объявление, предупреждаем жителей конкретно. Вот. Тем более, перед входом стоит человек наш, что предупреждал. И по периметру дома ограждение, оградительная лента. Если же на крыше вашего дома до сих пор остались сосульки, скорее звоните в колл-центр управляющей компании по телефону 8-495-107-51-75. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.